Здравствуйте, друзья! И сегодня мы хотели бы поделиться с вами новинкой от компании Columbia River Knife and Tools ножом Home Front. Специфика компании Columbia River в том, что они не реализуют собственные идеи и технологии, а привлекают к сотрудничеству известных ножевых дизайнеров. Данный нож принадлежит Кену Ониону. Кен Онион является одним из интереснейших дизайнеров на настоящий момент, потому что выполняет очень интересные и художественное оформление ножей, и технические решения, как в данном ноже. Изюминкой ножа Home Front является то, что мы можем его обслужить, разобрать, почистить без какого-то дополнительного аксессуара, как торксы. Соответственно, у ножа присутствует флажковый переключатель и ролик, который является продолжением бэкспейсера. Для того, чтобы нам его разобрать, необходимо переключить флажок и выкрутить ролик. После чего ножик с легкостью можно разобрать. На внутренней части плашки присутствует инструкция. Здесь мы видим лайнер, сам ролик с контргайкой. Второпластовые шайбы. Для того, чтобы собрать, тоже особых никаких манипуляций делать не надо. Устанавливаем клиночек на место. Закрываем плашкой. Либо закручиваем ролик, далее толкаем флажок. Либо, соответственно, толкаем флажок, далее закручиваем ролик. Теперь по техническим характеристикам. Материал клинка. Аус 8. Длина клинка 89 мм. Общая длина клинка 211 мм. Материал рукоятки. Это у нас авиационный алюминий, так называемый цвет, да, это Black бронза. И нож довольно-таки легкий. Весит он всего 136 грамм. Вот, довольно-таки компактный, интересный нож для EDC. Клипсы, надо отметить, что глубокой посадки, стилизация звездочки под осевой. На клинке присутствует дол, не только это элемент декора, но и это еще дополнительно дает возможность возлагать какие-то боковые нагрузки на клинок, так как это дает нам 4 ребра жесткости. Толщина обуха у клинка 3 мм. В общем-то и все. Такая интересная новинка от компании Columbia River присутствует у нас. Приходите, смотрите. А с вами был я, Денис. Пока-пока.